это что-то типа гаврина, только по, ну, посложнее будет получается. Я Денис, я крутой. У вас много, я один, я не успеваю вам отвечать. Вы разозлили Денчика. Вы разозлили Денчика. Что это? Дебил. Уважаемый придурок, что это за хуйня? А я не понял, где не понял? Полное прохождение смешариков за мои гроши. Ноль. А ты... Так мы даже... Так мы же не на полное это прохождение, да. Ну а чё ты сразу-то, а? Начинаешь мы здесь. О! Ага. А чё? А ты думаете... Машенька кайфует. Опа! Деду хай. Анекдотик новый. Едут мужики на новом москвиче 6. Перевернулись. Дальше едут на 9. Блять, пи***ц, как смешно, сука, дебила. Так. Мне нужна помощь, потому что игра серьезная. Воды набрать сюда. Колодец с чистой ключевой водой. Вот так. Так, ну там не пройти. Если далее покататься. Другое дело. Плюс уважение деда. Стань смешариком. Спасибо. Спасибо, Диса. Не зря говорят, что Денис самое лучшее имя в мире. Я согласен полностью. Хорошее имя. Денчик, привет. Спасибо большое. Это успех. Ёжику иди. Я что, думаешь, помню, где этот ёжик? Вот я ищу его. Ну ёжик, где тут же не показано, где кто. Вот это ёжик здесь. Дверка в домик Кроша закрыта. Ну это Крош какой-то. Кто такой Крош? Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первый квест операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Значит, сюда. Вот это? Да, Крош не очень хорошо разбирается в турбинах. Так что иди как ты, мой. Смотри ссылку из прошлого доната. Ты долб... Опять зашел пофамить Кеша на неделю запая, надеяться, что задонят еще сорок на смешариковку нахуй. Этот предмет су... Да пройди, пожалуйста, дурак.
Ты что, дурак, что ли? Играем. Играем, дебил. Давай по-честному. Ты же не пройдешь смешариков этих никогда. А вот симулятор про Call of не сложно. Просто в жопе ковыряется, что ты так обычно делаешь каждый стрим вместо контента. Кактусы подрубай. Нуждаются в особых водных процедурах. Ну, так полей. В чем проблема? К кактусам нужен особый подход. Даже на зеленом и колючем кактусе распускаются нежные и красивые цветы. О! Кактус с очаровательным розовым цветочком. Мне кажется, он понравится Нюше. Ого! Ю-ху! Как прекрасно! Нюша около рояля смотрится очень романтично. Привет! Так приятно, когда ради тебя совершают подвиг. Я понимаю, как было трудно вырастить этот прекрасный кактус. Так, а тут что делать? Что мы тут делаем? Так, блядь, ты что-то надо забрать тоже. А что тут надо сделать? А что делать? Розовый Нюшин фен. Куда его девать? Я же просто подзабыл. Что тут? Куда этот фен девать? А, сушить мостик, точно. Мостик посушить нужно. Эта работа требует внимания и аккуратности. Я даже не знаю, что сушим хуже. Самые маленькие сосать капельки, хуили быть фен. Таким же гидроцефалом, как ты. Который кидает дьяблов на неделю и снова заходит чисто, потому что закончились бабки и снова занимается какой-то саниной. Савунья живет в большом дереве. А ничего, что я к Савунье пришел уже? На том потоке я не был у Савуньи. Ничего? Что вообще-то продвижение идет? Савунья не слышит стука в дверь. Да. Я думаю, так делать не стоит. В смысле, блядь? А как? Я думаю, так делать не стоит. В чем проект? Сакура и водопад – прекрасное место для воспоминаний и отдыха. Привет, любимый дедушка. Поздравь моего дядюшку, любимого Рамзана и Ахматовича Ва. Блять, ты и шаг. А, вырубай хуй. Отличный бросок. Меня даже сестра трехлетняя в это не играет. Да. Ты просто завидуешь моему скиллу. Каркарыч и Савунья пьют чай за уютным столиком. Садитесь, спрашивает Араба, почему ваша женщина ходит в хиджабах. Араб протягивает две конфеты. Одна в обертке, другая без. Говорит, выбирай. Русский выбрал ту, которая в обертке и взорвался. С добавлением новых загадочных ингредиентов по новому рецепту. Недавно с тобой разговаривали. Ты бил себя в грудь, как ты ебешь всех силычек. Все тебя хотят. Сейчас смотрю, как ты в смешарики играешь. Видимо, ты имел в виду то, что машина только дрочишь на всех. Это очень интересное изобретение. Заткнись нахуй. Пин не может приземлиться. Нам надо как-то помочь ему. Тихо. Для того, чтобы приземлиться, надо, чтобы горели все посадочные огни.
Нет, посадочная полоса – это самое важное для успешной посадки. Ну и чё? И чё мне это даёт? Мне нужна посадочная полоса. Ю-ху! Блядь. Я ничего не понял. Ну и чё посадочная полоса? Мне нужно как-то её это... починить посадочные огни. А как, блядь, и где они вообще? Варенья нет, мне что-то не дали. Что-то варенье не дали мне. Самого пройти забрать. Замечательная фотография. Наверное, украсть надо. Да, уверен, это выйдет хорошо. Эй, Бенсеский, ну вырубай уже. Хватит над нами издеваться. Что значит затуп? Если я, сука, думаю, это что, затуп, ебать, коп? Туда подумать, ёпта, не сразу тебя раз и все. Это не контр-страсть, нахуй, что ты вышел? Ты что думать, да, дебил? Как относишься ко мне, то есть к Максиму Мельчикову? Не, ну нормально, все именно нормально, кроме Александра. Опа. Вкусное варенье в банке. Блять, я пожалую халапеньо. Ну вот, у меня варенье есть. И что с этим делать? Блять, ну и правильно. Ручей. Нюша, истину маму, да. Пожилые нервы, как стальные прутья. Помогите деду, задонутьте, станьте мамонтом и... Блин, дружище, ну прекрати, а. Прекрати мне столько много донатить. Спасибо, родной. Я не заслужил, я болею сейчас. Я не заслужил столько. Спасибо тебе, Дениска. Денис это святой человек. Вообще все Денисы святые. Ты тютя-матютя. Варенье. Тютя-матютя. Один из самых лучших. Тютя-матютя, 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 тютя-матютя. Нам очень пригодится. Пустая банка. Для чего? Для чего она нужна? А зачем мне пустая банка? Лампочку засунуть какую-то. Интересно. Это что-то типа гаврина. Только по, ну, посложнее будет получается. Не, ну я так полагаю, это банка, как лампочка какая-то будет, да? Светлячков ловить, блин, а я не-то видел их. Вначале по светлячкам были. А как их ловить? Хаба! Солнечное затмение. Как раз о нем говорил Лосяш. Смотри. Крош?
может распугать всех светлячков. Нет. Дед, здорово. А? Че думаешь Привет. Про женское имя, Саша? Саша? Ну, женское нормально. Для, как раз именно Саша это женское имя, да. Полос, а где оно? Я не знаю. А я не знаю, где оно, я не помню. Я в эту игру давно не играл, уже 2 дня. Ой, 5. Я не помню, где, блядь. А я без подсказок играю, пидорас. Хоба! Я затуп. А, я еще из... О. А, блядь, ну вот же. Ить. Отлично! Полоса освещена. Полоса готова для посадки, Пин. Хорошие новости! Захожу на круг! Пин удачно приземлился, оставив свой самолет около берега. Ага. Шо? А шо? Пин живет на берегу моря. Хоба! Хоба! В этом домике живет Ю-ху! Пин. Так а где он? Внутри Чё? Домика есть холодильник, в котором спит Пин. Так просыпайся, дурак. Дениска, друг, пусть поиграет в Star Citizen, закажи ему. Star Citizen. Внутри домика есть... Я в него и так поиграю. А вот, смотри. Пин, ты знаешь, когда была гроза, мы с ежиком оказались в машине перемещения. Потом была молния, и мы стали пластилиновыми... Майн Гот! Значит, она все-таки работает! И параллельные миры существуют! Отличное изобретение! Но пользоваться им надо осторожно! Не, ну это хорошо, как тобой попасть? Да, мы и хотели осторожно, но молния! Молния дала необходимый энергетический заряд для того, чтобы произошло перемещение между мирами! А как нам обратно попасть? Я помогу вам! Доктор, у меня хуй чешется. Мой чаще. А что надо сделать, Нет, чтобы починить мой. Машину перемещения? Для того, чтобы починять машину перемещения, надо собрать несколько вещей, которые мне помогут провести испытания. Какие нужны детали для машины? Как пройдешь тихую У нас не работает счетчик времени, испортился приемный антенна, и не работает монитор отображения. Это пипец, ты сумасшедший, блин, Денька. Спасибо огромное тебе, братик, блин. Когда можно ожидать первый урожай? Скоро, скоро, как появится первый красавец. Ну, блин, пока такого не получить. И что делать? Да, блядь, муха, иди нахуй! Чё ты летаешь, сука, падла? Пизда тебе сюда! На тебе, сука! Не, просто... Тыква! Будем использовать как основное перемещаемое физическое тело! Чернилами нарисуем на тыкве рожицу и украсим бантиком! Для того, чтобы жители других миров не испугались. Тыква! Будем использовать как основное перемещаемое физическое... Так-так-так.
У нас не работает счетчик времени, испортился приемная антенна и не работает монитор отображения параллельных миров. Хреньком блокнотов не дает. Нет никакого блокнота. Пин, ты знаешь, когда была гроза, мы с ежиком оказались в машине перемещения. Потом была молния. Это я нажимал. И мы стали пластилиновыми. Майн гот. Значит, так. У нас не работает счетчик. Тыква. Будем использовать как основное перемещение. Не, ну это бред, блядь. Ну тыква нет, еще не дает рана. Говорит, еще не выросла тыква. Вот я в тыкву могу дать сейчас любому. Вообще есть кто желающий пизды получить в чате? Я бы сейчас любому в тыкву ебануть. Да. А, ты имеешь в виду Викуся, типа секс, ну типа без обязательств, типа со мной? Викусь, ну можно, так чисто, да? Можно. Не, ну так чисто можно. Разочек. Блядь, ну вот тыква висит, чё не сорвать? Чувствую, урожай морковки в этом году превзойдет все ожидания. Да, и не только морковки, но и огурчиков. А ты что сегодня изобретаешь? Лосяш и Пин изобрели машину. Какое интересное изобретение. А когда можно ожидать первый урожай? Скоро, как появятся первые красавицы, позову тебя. Тю, блядь. А когда? Мед – это целое искусство. Какая-то херня. Ну, Каркарыч – это птица. Он вообще неинтересен, он ничего не рассказывает. Хорошая погода. Солнышко выглянуло совсем недавно. Еще несколько часов назад была ужасная гроза. А на тумбочке? Да вроде ничего там не было. Ну, сейчас посмотрю. Да не дает на лохнота, ёбаный, блядь! Вот где он? Где он? Ну, где блокнот? Нету его. И чё, блядь? Ну, я не пойму. Где? Ну, нету блокнота. Да, уверен, это выйдет хорошо. Точно блокнот должен быть. Интересно, что Пин хранит в этих ящиках? Тыква! Будем использовать как основное перемещаемое физическое тело. Чернилами нарисуем на тыкве рожицу и украсим бантиком. Для того, чтобы жители других миров не испугались. Так где лежит? Ты что, ёбнутая? Поздравляю с днем рождения. Так. Тебе у нас сегодня работает 54-го времени. Спасибо. Испортилась приемная антенна и не работает монитор отображения параллельных миров. Есть такое, есть. Что есть, то есть, да. Лосяш был рад, когда узнал, что его машина перемещения работает. Я! Это действительно хорошая новость!
В этот день все придумывают какое-то изобретение. А изобретения бывают разные. Тыква будем использовать как основное перемещаемое физическое тело. Чернилами нарисуем на тыкве рожицу и украсим бантиком. Тыква! Боже, как можно так тупить? Ты фиксируй этого пропуска. Ты долбанный, сука. Пусть достанет за его хомячий интеллект. Ну, в час, если сухать, за тупо... Так, у нас не работает счетчик времени. Говорят, игра запаговалась. Ну, типа, ну, игра за ту... за ту... за ту... Все, конечно, могу понять, но мало того, что этого долбоеба в принципе не вижу дома, а теперь он катается весь день на москвиче, а здесь гора просто немытой посуды, ой, которую блядь. Мне обещали. Слышишь, ты, родной мой, послушай диалог, потом еще раз нажми. Ты долбоеб, я так 100 раз здесь. Иди сюда, подойди, сейчас тебе въебу нахуй, дура. Тыква будем использовать как основное перемещаемое физическое тело. Чернилами нарисуем на тыкве рожицу и украсим бантиком, для того, чтобы жители других миров не испугались. Так, у нас не работает счетчик времени. Ты виноват, испортилась баги. Приемная сразу антенна и не работает монитор отображения параллельных миров. А если бы она не работала, то не было бы приключения. Ты прав, ежик. Иногда приключения поджидают нас совсем в неожиданных местах. Тыква будем использовать как основное перемещаемое физическое. Ну все, что ли, прошел игру, по сути. Зараза. Да, сломал игру, иди нахуй. Я что, получается, смуту сломал, смешариков сломал, и что вообще, ну, пиздец какой-то. О, Лизочка, привет, малышка, ты не фоткала свою письку? Вы действительно хотите выйти? До свидания. Пошел нахуй.